Що ж, дорогі наші телеглядачі, рада представити вам наших сміхотушок, наших дівчаток. Альона Озірна, візажист, яка сьогодні буде вчити наших миколаївських телеглядачок, як правильно робити ходячі стрілочки. Та наша сьогоднішня модель Тетяна Курочкіна. Добре утро. Доброго ранку, дівчата. Альоночка, тобі слово як майстру-стилісту. Здравствуйте. Доброе утро всем телезрителям. Сегодня сбудется ваша мечта, девчонки, потому что многие мечтают про идеальные стрелки. Это неотъемлемая часть нашего повседневного макияжа. И поэтому сегодня мы с помощью подручных средств, а именно пластыря, будем рисовать идеальные стрелочки. Ой, девчата, я думаю, что кожна дівчина зранку думает, будут у меня идеальные стрелочки, робит себе панду и зі сльозами йде на работу. А вот сьогодні не будете ви зі сльозами йти на работу, тому що настрій буде гарним, дівчата нам це обіцяють, так? Обіцяємо. Що будемо робити, Альона? Для начала все, что предварительно мы делаем, это наносим тени. В любом случае, чтобы наша стрелка в течение дня не смазалась, мы должны нанести тени телесного, бежевого, слоновой кости цвета, чтобы, может, и незаметно, без ярких акцентов, ну, сделать основу под стрелку. Тетяна, сегодня важкий будет в тебе день? Да, мне сегодня предстоит даже несколько съемок и поездок, и встреч, поэтому я думаю, что стрелки будут самые... Що ж, робимо стійкі стрілочки, стійку основу до нашого макіяжу. Наносимо тіні. Іночка, ви можете поки показати нашим зрителям, які, в принципі, бувають стрілки. Да, потому что, Тож, дівчата, ось що показуємо. Я буду казати назву, Альоночка, ти будеш коментувати. Тож, класика. Ось що, класична стрілочка, яка її особливість. Классику выбирают практически, ну вот, если вы не знаете, что себе подобрать, вы выбираете классику. То есть это в основном подчеркивается ресничный ряд, делается ярче и гуще ваши ресницы. Тонкая линия. Тонкая линия для тех, у кого есть особенности с веком. Угу. То есть она подходит не всем. Угу. А вот толстая линия. Я бачу, что есть разница в зависимости от того, яка повіка. Ось толстая та тонка линия. Кому подходит, кому ні. Ну, смотрите, если глубоко посажен глаз, то, в принципе, не стоит делать акцент именно на стрелке, то есть ее можно сделать незаметно. Угу. Ну, то есть мы, наоборот, темными тенями пытаемся, вот не с помощью стрелки, а с помощью вот именно полностью темных теней на все подвижное веко выделить наш глаз. Широкая стрелка и толстая линия. В чем разница? Ну, это, наверное, больше вкуса дело. Ну, угу. Все, кроме особенностей века, здесь ничего такого, как бы, не могу сказать. Ну, подходит, наверное, всем, кроме вот глубоко посаженных глазок. Дело вкуса, дело, ну, как бы, наверное, повода, да? Потому что на обычный день мы не будем делать сильно широкие, длинные стрелки. Это будет вульгарно вызывающе. Арабские стрелочки, я думаю, что такие стрелки полюбляют девчата с какой-то східной зовнішністю для того, чтобы выглядеть экстравагантно. Да, это больше для, может, каких-то съемок, фотосъемок, видео. То есть это что-то такое конкретно тематическое. И остання – гламурные стрелки. Ну, гламурные, наши девчонки любители таких стрелочек. Это больше для, наверное, ночных клубов, вот чего-то вечернего, какого-то макияжа. То есть, где вы делаете акцент конкретно уже на стрелке. Угу. Альона, бачу, что ты взяла скотч чи пластер до рук. И у меня одразу виникло питання. Мы что, Тані сьогодні брови вискубуємо? Чи її... Мне нужно с бровями еще остаться сегодня. Вона каже, що брови їй ще потрібні. Тож на що нам пластер? Смотрите, для тех, кто раньше никогда не рисовал или думает, что не умеет рисовать, или не пробовал, да, мы хотели бы вам порекомендовать рисовать с помощью пластыря. Есть еще другие варианты, например, там девочки в интернете выставляют видео, как они там с помощью ложки рисуют. За допомогою ножа? Да, это все как бы проверено. Я думаю, все варианты остальные вот лично для меня непрактичны. Очень удобный вариант, как для меня показался, с пластырем. Это мы даже используем в обучении наших визажистов начинающих. Поэтому я решила сегодня именно помочь нашим девчонкам с помощью такой хитрости нарисовать идеальные стрелочки. Хочу сделать небольшое уточнение, який скотч мы берем, потому что, если я понимаю, возьмем обычный медичный, то потом его снимать будет, ну, дуже боляще. Да, это... Такой скотч, ну, в принципе, наверное, тоже медицинский, но... Паперовый скотч. Да, бумажный. Берем паперовый скотч.
Да, сначала мы определимся, какую же мы из тех стрелок хотим нарисовать. Поскольку у нас сегодня Танюша на съемках днем, да, то мы просто подчеркнем ресничный ряд, выйдем за пределы глаза, ну, сделаем небольшую стрелочку. Вот. Таня, сгодна? Да. Да. Не толстую, не длинную, вот, наверное, среднюю, которую бы я посоветовала для дневного именно макияжа. С видом и толщиной стрелки мы определимся с направлением. То есть я буду рисовать у Танюши нашей модели стрелку вот таким образом. То есть вот такое будет направление к брови. Угу. То есть немножко приподнимаем. Есть направление разное, вот больше к ушку прямая стрелка, угу. А есть как бы немножко вздернутая, то есть она рисуется больше вверх. Сегодня будешь трошки вздернута. Ты знаешь, я не против. Прикріпили перший пласт нашого скотчу. Я хочу сказати, що чувствую себе доволі необычно. Скотч ти собі ще на повіки не кріпила? Ні, ще всяке було, такого не було. А ось ложкою пробувала малювати стрілочки? Чесно признаюсь, ні. Питаюся втачувати практику без підручних средств. Що ж, прикріпили наш скотч, і тепер, як я розумію, найважче, те, чого бояться абсолютно усі дівчата, миколаївські дівчата не виняток, це саме намалювати цю... Боже, яка ти смішна. Ну, нам головний результат, правильно, дівчинки? Поэтому стоит начать вот где-то со середины века. Мы прорисовываем именно ресничный ряд. Сейчас я покажу нашим девчонкам. Вот я где-то с этой стороны начинаю. Начинаю прорисовывать как можно ближе к ресницам, чтобы не было пробелов. И прорисовываем до конца. Дальше мы уже с нашим направлением стрелочки определились. И сейчас я хочу определиться с длиной стрелки. То есть я рекомендую нашим девчонкам, вот вы уже наклеили, да, определиться с длиной. Просто поставить точки, до какого момента мы будем рисовать. Чтобы не заработать задовгие. Да, да. То есть там ошибиться у нас уже вариантов не будет. Мы не знаем... промахнешься. Да, да. То есть, если толщину можно будет корректировать, изначально я всем советую рисовать тонкие стрелки, добавить мы всегда можем, убавить, к сожалению, нет. То есть, я себе определилась, что вот буду рисовать стрелочку где-то вот до этой косточки. И с другой стороны аналогично. Я себе ставлю точки тонкие, совсем незаметные, и начинаю рисовать. Если кожа немножко как такая морщинистая, ну это даже на молодом веке бывает такое, можно вот так вот немножко пальчиком подтягивать ее, чтобы не было такой волны. И начинаем рисовать. То есть как рисуется? Мы ставим кончик нашей кисти, ну обычно я работаю кистью, сегодня для удобства я взяла уже готовую подводку. Обычно кистью вы рисуете не вот так вот кончиком, а ее вот как бы ложите, кладете и ведете уже. Залишаючи слід. Да. Прикладаємо від середини нашої повіки за краю наших вій. І ведем, доходимо до кончика глаза. Угу. І далі ведемо по нашому направлению. І за нашим умовним маркером, який ми залишили, проводимо лінію. Ну, поки що, дивлячись на те, як ти це робиш, нічого складного. Так, зараз я напишу. Бачимо, як ощущення нашої моделі? Доволі таки приємно. Дивись, не засни, Тетянко. З удовольствием, на самом деле. Тому що зранку заплющити очі – це дуже-дуже небезпечно. Аліночка, ось виникло в мене питання. Якщо ми вийдемо трошки на сам скотч, то, як я розумію, нічого страшного не буде. Так, да. Тому ми його клеїмо. Во-первых, ми бачимо направлення. І, во-вторых, ми за цю лінію не вийдемо. Тому стараємося верхній контур рисувати красиво, а нижній все одно у нас буде, ну, в худшому випадку на пластирі. Нічого страшного. Тобто на пластирі він стерпить усе. Усі наші малюнки, можна навіть якусь цяточку їй залишити на пам'ять. Да. Далі переходимо уже к началу. Начало должно бути більш тонким, поэтому я рисую практически вот кончиком. Тобто так, як ми перекладали на середині нашої повіки, то так не можна на початку. Ну, как бы, оно принцип тот же, просто делаем практически, вот если на середине мы ложили и смело вели, то начало надо более аккуратно, оно должно быть более тоньше, то есть должна быть какая-то последовательность. Изначально стрелка начинается тоньше, потом вот,
угу. потолще и заканчивается также хвостиком. То есть должно соблюдаться какая-то размеры стрелок, да, и последовательность. Проводимо від самого краєчку і до середини шиповіки, там, де ми вже нафарбували. Леночка, а що порадиш, якщо трошки, як ти сказала, десь вийшов за лінію, десь зробив невеличку похибку, як можна змінити ситуацію? Смотрите, изменить можно, ну, если мы уже нанесли тени, да, то по большому счету изменить можно как? Только дорисовать толще стрелки, убрать, ну, к сожалению, да, либо переделывать макияж полностью. Вот, что касается хвостика, там есть одна хитрость, и мы сейчас посмотрим. То есть мы вот сняли, но видим, что у нас прям не идеально ровная, да, стрелочка. Поэтому мы ее уже можем подкорректировать с помощью плоской искусственной кисти и светлого корректора, который ложится под глазки, которым корректируется форма губ. То есть мы берем... Тетянка, а ось як тебе відчуття після того, як знімаєш пластир? Абсолютно нормально. Ніяких больових відчуттів немає. І вот так от акуратно підфарбовуємо його. І робимо нашу стрілочку, хвостик нашої стрілочки дійсно ідеальним. Да. Навіть трошки його виводимо наверх. Угу. Льоночка, ось сьогоднішні стрілочки, які ми робимо, вони для денного макіяжу. А ось інші варіанти, такі як широка, вона не підійде. Я предлагаю вам такий варіант, як основу для всіх стрілок. Ну, за исключением та, которая идет исключительно по ресничному ряду и за пределы не выходит. То есть вы просто прорисовываете до конца глазика и так визуально увеличиваете себе густоту ресниц и как бы более выразительный глаз становится. С помощью стрелок можно также визуально как бы корректировать глазки. Бывают глаза, допустим, большие, круглые, да, с помощью стрелок вы их можете вытянуть. То есть это такая также хитрость. Какую махинацию ты зараз проводишь? Ну, я уже нашла, вижу, какую я хотела бы видеть стрелку, да, с помощью пластыря. У меня такая форма не получилась, поэтому я уже от руки дорисовываю то, как оно. Тобто ми зробили невеличкий макет того, що мало вийти, а тепер робимо корекцію. Да, по крайней мере, мы видим правильное направление. Угу. Вот, и здесь, поскольку у нашей модели вот в начале, видите, такая немножко, как кожа, я рисовала стрелку ровную, угу. А когда вернула уже... Кожа стянулась и немножко оно как волной пошло. Поэтому если кожа немножко морщинистая, да, ну такое есть форма, да. Просто мы рисуем вот так вот, подтягиваем, потом опускается и есть волны, то уже рисуем просто не подтянутом состоянии, чтобы наша как бы выглядела в обычном состоянии. Вы же не будете постоянно с подтянутыми ходить. Проводим еще одну невеличку коррекцию. І я хочу сказати, що, дівчата, зробивши невеличкий такий лайфхак за допомогою скотчу, ми робимо трафарет собі на стрілочку, потім її коректуємо, і виходить ось така краса. Тетянко, я думаю, що сьогодні на зйомках ти будеш найкрасивішою, будеш усіх збавлювати своїми спокусливими стрілочками, і дійсно будеш сьогодні королевою. Впродовж дня. Я даже не сомневаюсь, на самом деле. Що ж, не сомневаємося і ми. Дякуємо нашому стилісту, нашій візажині Альоні Озірній. Дякуємо нашій моделі, не те, що згодилась, Тетяні Курочкіні. Всегда, пожалуйста.